Так просто прийти к Иисусу Христу. Так просто впервые Ему помолиться. Так просто припасть головой ко кресту. Так просто Царю всех царей помолиться. Так просто слова покаяния сказать. Так просто грехи положить у распятия. Так просто спасение даром принять. Так просто счастливым стать благодатью. Так трудно нести наказание чужое. Так трудно оплеванным быть ни за что. Так трудно на плечи поднять крест тяжелый. Так трудно. Об этом не знает никто. Так трудно от ржавых гвоздей на запястьях. Так трудно от острых колючек венца. Так трудно висеть на Голгофе распятым. Так трудно, но нужно идти до конца. И шел Он, Сын Божий, до самого смертного часа. Грехов человеческих тяжесть лежала на Нем. Была до краев переполнена горькая чаша, которую пил Иисус. Мы той чаши не пьем. Когда бы с грехами своими пред Богом предстал ты, виновен, и к смерти тебя осудил бы тот суд. Но ты, Христос, на кресте поменялись местами, и вместо тебя на Голгофе был распят Иисус. А кто-то сказал, что дается спасение даром. Да, но оно добывалось в тяжелой борьбе. Колени склонив у распятия, будь благодарен за то, что так просто спасение дается тебе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.